Начали и раз, опять головку. Зачем повернула головку? Не надо, стой спокойненько. Ровнее, ровнее, девочки, ровнее. И заканчиваем движение. Ниже, 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 ниже. Не бойтесь. День начинается утром. И три, и четыре. Стоп, повернулись. С другой ноги сделаем. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, два, еще раз. Легче, раз, два, три, четыре. Детство – это тоже утро. В детстве перед человеком открывается великое множество путей в жизнь. Один из них – ансамбль песни и пляски Московского дворца пионеров под руководством Владимира Локтева. Здесь рождаются чувства товарищества, уважения и внимания друг к другу. Лена, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе успех в учебе и творчестве. Спасибо большое. Дорогие педагоги, дорогие мои товарищи, я очень рада, что вы мне устроили такой праздник. Это для меня было приятно и неожиданно. Спасибо вам большое. Солнышку в лицо над Россией, солнце светит, и дожди шумят над ней.
За годы своего существования ансамбль побывал почти во всех уголках нашей страны и далеко за ее пределами. Ансамбль всегда в пути. Это его очередная гастрольная поездка. Он одинаково любим как взрослыми, так и сверстниками. Это уже артисты, с другой все еще дети. Вечером маленькие зрители слушают историю ансамбля. Он был создан в 1942 году, в трудное военное время, тогда еще студентом Московской консерватории Владимиром Локтевым. Сначала их было только 37. Какую же великую любовь к детям надо было иметь, чтобы в эти суровые годы научить их воспринимать искусство. Маленький в то время зал Дома пионеров не всегда мог вместить всех желающих послушать ансамбль. Их горячо принимали на Дальнем Востоке, на Украине, завоеваны симпатии зрителей суровой Сибири, навсегда запомнятся встречи с тихоокеанскими моряками. Ребята из ансамбля выезжали во многие страны мира, гастролировали в Болгарии и Франции. Сегодня в составе ансамбля уже более 1000 человек. Теперь просторные залы и репетиционные классы Московского дворца пионеров на Ленинских горах всегда открыты для нового пополнения. В ансамбль может прийти любой ребенок. Правда, сначала необходимо сдать экзамен педагогу и балетмейстеру Елене Рассе. А я как фамилия? А зовут тебя? Света. А лет тебе сколько, Света? 5. 5? Рановато ты к нам пришла. А твоя как фамилия? Фамилию как? Забыла? Ну, пойди у мамы спроси. Пойди, деточка. Пойди, спроси у мамы. А? Казакова ее фамилия. Казакова? Ну, вернись, дружочек. Вернись, милочка. Ты забыла, твоя фамилия Казакова. Да? А зовут тебя? Как? Люба. Любочка. Лев, тебе сколько, Любаша? 5. Я разговаривать не умею. Ну, а твоя как фамилия? Беляева. Беляева. Зовут тебя? Света. Света. Лев, тебе сколько? 5. А танцевать умеете? Умеете? Ты умеешь танцевать, да? А что бы ты хотел потанцевать?
Полечку. Полечку. Ну, давай потанцуем сразу, пожалуйста. Начали. Раз, два. Достаточно. Очень хорошо. А ты что будешь танцевать? Девиз. А ты, может быть, под вальс что-нибудь потанцуешь? Давай попробуем. Ручки вынь. Давай ручки. Держи спинку прямо. Приседай. Пятки с пола подними. Так, так. Пошире ножки, пожалуйста, еще пошире разводи. А теперь поднимайся. Повернись личиком к палке. Погнись назад. Побольше погнись назад. Вот так. Сними руки с палочки. Достаточно. Ну, покажи ножку. Так, ну, легкая, легкая нога, хорошая. Хор принимает сам Владимир Локтев. Что споешь? Не знаешь? Больно губу? Хорошо, сейчас. А почему у тебя высохла губа или ковырял? Нет. Ну, а петь ты можешь? А? Ну, давай спой. Все-таки ты мальчик, чего же там? Кто берет, кто любит? Споешь? Я не знаю. Не знаешь? А какой знаешь? Ну, какой? Было труднее. Шли, только давай. Начали. Мы шли под грохот канонады, мы с ленты смотрели в лицо. Вот и другое дело, и то же самое. Ладно, 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 ну вот ты и спой мне. Эту лодку устроила и никак не будет, зная, как высокий... Ну, давай тогда нашу песню пой. Какую мы поем всегда. Пробуем. Не знаешь? Пешка? Конечно. Ну, подожди. Березка-то-рябина, ракеты над рекой. Ты раскрываешь рот и сразу петь перестаешь. Ну, надо, закрытым зуб. Пой. Пока ребята робеют, стесняются, и еще ничего-ничего не умеют. Но ведь так начинают все. Значит, пойдешь к нам осенью. Давай еще разок. Да, петь. В лунном сиянии море блистает, попутный ветер парус вздымает, лодка моя легка, весла большие, Санта Лючия. Как тебя зовут? Вить, давай сюда, вот встань здесь, не, вот здесь вот встань. Сколько тебе лет? Шесть. Шесть. Молодец, ты большой. Ну, хорошо. Витенька, а какую ты мне песенку можешь спеть? Две
рыбушки с ветерком на лугу сидели. Две лягушки ветерком на луну глядели. Можешь спеть «Воп или береза»? Да. Ну, и сам сыграешь тебе? Да. Ну, давай. Теперь без гармошечки. Спой мне только. О, Бобик. Только тяни голос. Ладно, давай. Хорошо, Витюш, жди открыточку от нас. В сентябре месяце мы, наверное, тебя возьмем. Хор у нас называется хор, знаешь, как зернышки. Концерт тоже экзамен, но куда более ответственный. И друзья-подружки, вы все на праздником пришли. Наши подружки, мы вам подарок принесли. Там не раз на бою, за том и под рукой. Вот и ведь достанется там. Русский шуточный танец в топотушке. Это и есть «Зернышки» – самая младшая группа ансамбля. Дедушки за песню в компании сидим, и распевая песенку, сами шевели. Поужинали дружно и ложатся на бочок, четыре не радуются на рогану и сычок. Как там на всю ораву, меду старик забыл, сыпал за печь траву. Чтоб охладить их был. Ночью, ну как спокойно. Здорово, старичок! Четыре не радуются, тараканы и сычок!
традиции концерт заканчивается свитой «Пионерская дружба». Thank you.
И совсем не обязательно, чтобы эти ребята стали потом профессиональными артистами. Главное, воспитанные в ансамбле любовь к искусству, ощущение светлого и прекрасного. А это на всю жизнь.